Всем привет! Продолжаем горячие гонки по Лос-Анджелесу. Welcome to stage two, Santa Monica. You got the sun, the sand, the surf. And for the winner, you get this. Yo, and whoever wins this money, I suggest you head over to West Coast. Кто выиграет, получит билет на круговую сумму. Serious need of our services. Whoa, that check's been signed by Lydell Ray. You sure it ain't gonna bounce? Yeah, we heard he had some damage done to one of his businesses. What you can be sure of is you won't ever find out, Trick. You up against some real road runners here. Road runners, huh? Like Milkman over here? It's milk money, dog, and I is legit. Oh yeah, I can tell you legit all the way. Them lack of conjugation skills is telltale. Yo, where'd you do your early road running, Milky? Rodale Drive? Melrose, G. You wanna just go on ahead and give my boy Trick that check right now? On second thought, though, why don't you just make that a cash payment instead? Yeah, 50, 60, 75. Hit it. You hear that? Гонка третья, значит. Ставочки сделаны. Начинаем собирать все подряд. Заборы, машины и всякую херню. Смотрите, как надо стартовать. Прям с места ушел в точку. Главное тут не заблудиться. Ой-ой-ой, я куда-то заехал. Да блин, деревья объезжают, а столбы вот эти не умеют объезжать. Не знаю, куда тут заехал, какие-то в подворотни. Хорошо, когда управление в игре нереалистично, можно в любой поворот заехать как профессионал. Уже какой взрыв тут, опять 100-500 каких-то бомб взорвалось. Ну, трасса как бы не сложно, но тут что-то автобус как по расписанию выехал. Специально, чтобы помешать. Не знаю, тут вообще трассы никакой нету. По магазинам. Я стараюсь стоять. Они уже здесь. Быстрее. Турбо, турбо, турбо. Финиш уже. Красная точка. Где-то их там не было, не было. Потом чуть-чуть не туда свернул и все уже. По пятам. Как это второе место
Вы как так считаете? Там второе место почему-то показали. Трин. Возьми свою супермодную раскрывушку. I hear Lydell is tripping because you keep collecting your old ride. I keep telling him I don't know what's going on. Put it on him at the spot, T. А где такое-то место? Это знакомое место. Тут это колесо. Обозрение. О, чувака там колбасит. Тррр. Да, это место есть в GTA 5. Эти горочки, колесо, пирс. Там еще вниз можно уехать. Ну здесь тут выполнен этот пирс здоровенный. О, там уже эта машинка открывать. Надо сгонять за новым транспортом. Из синих тут ездить почти негде. Оранжевая пока нету там ни хрена. В желтом тоже нету этих заданий. Поехали, значит, сюда. Доллар тут пройден, этот пройден доллар. Майн пир. А, там кто-то закричал. Чё они тут кричат, их все равно тут задавить невозможно. Вообще тормозов в этой машине нету. Какая-то херня. Любимые суперлегкие машинки. А чё он уи-уи-уи включил? Я же тут ничего не нарушаю. Еду, все сбиваю. На карте вообще там все в этих синих точках. Номер один. А ну это значит в каждой области несколько этих доставок машин. Должно быть так. И синие в эти внедорожники уже едут мешать. Доставки транспорта. Эй! Ух ты, проехал. Как он тут просочился? Эй! Синенький! Какого хрена ты где так выехал? О-о-о. О, сейчас как они тут напададут. Мне кажется, они туда. Блин, и карту не включить. Сейчас он нападаст.
Ага, у него это улетело. Блин. Влетел. Вон они синие уже ждут. Да стой ты не туда. Где тут заезд? %70 или 7? Почему 7? Или сколько все тут собрал? А не пишу всего 7. Всегда два гудка. Трубка так всегда ложится с таким звуком, как будто он куда-то там провалился и связь прервалась. Что тут новенького? Появился доллар. А остальные, значит, в общем, зеленая. Зеленую область надо проходить. Тут потом звезда. Давай попробуй, что ли, на этом барахле доллар проехать. Блин, даже не знаю. Он же ни хрена эта машина не поедет. Три-три. Ух ты. Три-три. Пожалуй, и на ней придется ехать, раз она 3-3. Где этот концепт? Концепты где, которые, вот тут 3-3, это тоже 3-3. Вот этот розовый ездит так же, как и вот этот. Ну ладно, попробую на нем. А раз он показывал 3-3, вдруг да поедет. Да блин, видишь же, я тут еду, зачем ты в меня заехал? О, иди в пальму. Три звезды сразу же. Минус отсчитали ставочку. Как машины блестят. Просто 100 слоев лака, как будто на них наложили. Да блин, из-за тебя турбо не взял. Тебе в обратную ехать. Чё, опять по стройке ехать?
Я застрял. Ой, молодец, как он въехал. Шедеврально. Они напрямки-то умеют, оказывается, ездить. А, блин, магазин. Вот это подстава. Куда? Куда ты разогнался? Чё, уже финиш? Последний круг. Надо их как-то обогнать. Они все тут кучкой едут. И не хотят сдаваться. Они врезаются, но что-то я не вижу, чтобы... Не здорово от этого отставали. Такое ощущение, что врежутся и сразу же догоняют. Блин, не туда. Главное в этот магазин не забыть заехать. Гони давай. Ладно. Второй. Сойдет. И мне кажется, надо все равно машину менять. Вроде по параметрам все по 3, они не едят. А дальше, кроме звезды, нету. Поеду я. Поменяю. Уи-уи-уи-уи. Вот ему обязательно из машины выйти надо. Вот не ходят здесь. Нету такой функции ходить пешком по городу. Но из машины надо выйти. Зачем это сделали? Еще скажите, не пустят на гонку. Скажет, вот машина. Нет, не та. А еще в этой игре неважно, в тебя ли этот трафик въехал, или ты в трафик въехал, и если рядом полицейская машина, то все равно будешь виноват. Ой-ё. Стой, стой.
Стой. Я заблудился. Нет. Чуть левее. Подожди, зачем левее? Мне же на звезду надо. Все верно, по этой дороге. А чё она, GPS тупорылый? Показывает, в обратную не надо ехать. Какая херня упорота. Да не может быть, что я там не туда поставил. А я вот раз. Чик. Поставил. Все равно не туда показывал. Настройки почему-то дорога. Или GPS, а, она тут вроде, наверное, GPS не показывает. Эти. Только дорогу показывает, а тут ты видишь, типа, а не дорога. Копеечные призы 6000. А нет, только не стройки. Тут вообще непонятно, куда ехать. В городе-то ни хрена не разберешься, куда. Тут тем более. Где вот заезд? Дерьмо срано. Они-то знают, боты, куда ехать. А чё взрываться, почему? Это так бредово выглядит. Ну пододвинься, зараза. Хотя бы мини-карту пошире, чтобы она шире обзор был на мини-карте, чтобы эту белую точку хотя бы было видно на мини-карте, куда поворачивать, было бы намного интереснее и полегче. Охренеть, этот пикапчик летит быстрее, чем у меня. Где вот вход? Где заезд? Мы туда поехали. А я с этой дебильной мини-карты ни хрена не вижу. You lost the race. Да, сами ездите. В этой игре сделано все против игрока.
Плюс машину дают не ту, на которой можно ездить в не той гонке. Плюс еще трасса ни хрена неизвестная. Ну так понятно, там ничего и не открылось. Типа, а езжай снова. Заводите свои супер ведра, которые ездят всегда одинаково. Ага, вдруг да занесло. Эта физика просто волшебная. Че они тут вдвоем или втроем едут? Они все вместе едут. Я не знаю, туда, не туда. Уйди! А, не туда. А, направо. Какое-то ускорение, это вообще непонятно. А, мне кажется, такое ощущение, что только экран ускоряет. Эй, стой, стой. Второй, ладно, второй. Можно и первому, если трасса известна. Каждую секунду звонит телефон. These Santa Monica players are a joke, T. Send them back to their surfboards after you clean them out over at the spot I'm uploading here. Опять он провалился куда-то. Связь закряхтела. Какое тут отражение, это все блестит. Беговая дорожка тоже лаком покрыта. В 100 слоев. Не успел проехать, так сразу же тут уже новое задание. Доставка машины. Через каждый уровень появляется доставка новой машины. А он специально повернул. Он хотел посмотреть на этот
взрыв в замедленном виде. Стой, 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 стой. А эту машину можно улучшить? Надо посмотреть. Аренушки сказали. Эта машина и так летает со сверхзвуковой скоростью. Ее не надо улучшать. Где-то тут. Брысь отсюда. Они не только отскакивают резко, они еще и внутри машины бегают. Вот эта толпа-то какая, да и с этих сторон, и здесь. Да, наверное, ехать туда, в сторону красной пипки. А-а-а, поехали! Они уже увидели. А если не гнать, то они и не будут найти, устраивать тараны. Как они шустро поворачивают. Просто круть. %99. О, на процент ошибся. Ноль повреждения, да почему там стекло было лопнуто? Мне опять обманули. А все-таки ремонт тут засчитали какие-то 20 с чем-то долларов. Но эти, видать, в 1% не вошло, как ущерб. Написано Camaro. Good job, T. На номере. The collection grows and grows. Now learn this route, then keep the streak alive. A muscle car. Похоже. А, стой. Параметры надо посмотреть. Скорость 2. И что за херня? Остальное все 3, не знаю. Попробовать что ли или не пробовать? Ну, тут есть покруче. Корвет. Пожалуй, я не поеду на ней. Как-то мне не нравится. Скорость 2. Они и так гоняют с дикой скоростью.
2-3 тут. Это вес. Или как она там, стрелочка, где нарисована, таранить. Хуже таранит. Две тысячи вход, и больше никаких тут рядом нет заезда. Ладно, поехали на пирс. Уи-уи-уи-уи. Машина испарилась. Мощняцкий взрыв, и ничего не осталось. Погнали. Номер. Гонка 6. Приз 8000 за первое. Они на чем? У них уже поменялся ассортимент соперников. О, это хреново. Ну по скорости-то я их быстрее еду. Небольшой отрывчик есть. Дерьмо, блин. Да куда, куда? Не делайте вид, что тут как какая-то супер симуляторная игра. Капец. А нет. Все верно. Ты думал, в тупик заехал. Ты как вовремя. Тут все против игрока. Что-то у меня турбо перестало. Я их догонять перестал. Еле-еле. Congratulations, you won the race. Что-то еле-еле у меня едет. Что-то тут не то. Перекрутили. А то на старте даже нормальный такой отрыв пошел, а под финал почти что одинаковая скорость с противниками. This is one of the rides from the Selmar days, T. Just ain't right that Liddell got a garage on his own property over here. Go take it. Ага. Она тут даже ехать недалеко. Какая она чё, дерьмище наверху. Вездеход настоящий.
по отвесным скалам может ездить. Тыщ! Иди, говорит, вниз. Там ждут уже. Хрен его знат. Туда я еду или не туда, они оба уехали. Куда? Куда тут это разогнался? Вот тут заезд. Вот часто они тут здорово поколотили. 50%. А, 44%. Третье. Охренели, что ли? 3000 ремонта. Теперь у меня новый пикапчик из желтого цвета. Now that that one is back to its rightful owner. Hit these tracks and you well on your way to regaining the west side. Опять провалился там в болото. Посмотреть на параметры. 3-2-2-3. Фу, блин. 233 Dodge. Ну ладно, попробую что ли на этом проехать. Там этот открылся. Плакаты или что там ломать. И звезда, значит, попробовать что ли плакаты посмотреть. Ну звук капец у машин. Ну что это за звуки? Так двигатели вообще не работают. Звук какого-то сломанного пропеллера. Trix, it's Ryan again. Lydell's expanding his business interest. That clown just bought a Ferris wheel over the pier, and it's getting repainted right now. So why don't you head over there and tear that sucker down, and then make like cotton candy and disappear. Время. Время. Да.
колесо сломалось. Сейчас паровозик уедет. Паровозик сейчас уедет не туда. Непонятно, то ли убежать надо, то ли чё. Где заезд? Капец. Еле заезд нашел. Приз 7. Ну, сойдет. Неплохо, неплохо. Колесо снесли. Монету дали. Ну что же, ладно. На этом можно пока и закончить. Ну а вы оставляйте комментарии. Заглядывайте во вкладку плейлисты, если еще там не были, куча игр. Есть что посмотреть. На этом все. Всем пока. И до новых видео.